За более чем 70 лет работы Рязанский государственный медицинский университет подготовил десятки тысяч специалистов различной направленности. Сегодня его можно назвать международным, ведь здесь обучаются иностранные граждане из более чем 50 стран мира. На сегодняшний день РязГМУ – это 9 факультетов, более 50 кафедр, 16 учебных корпусов, научная библиотека, стоматологическая поликлиника, научно-исследовательская лаборатория, виварий, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Неудивительно, что на день открытых дверей в этот университет традиционно приходит более 1000 абитуриентов. Этот год не стал исключением. Актовый зал полон, а руководство готово подробно рассказать и о процедуре подачи документов, и о работе университета в целом, и о востребованности выпускаемых специалистов. Не обошлось на дне открытых дверей и без сюрпризов, которые были подготовлены для абитуриентов и их родителей. Так, впервые в стенах университета было проведено прямое включение из операционной ветлаб, где в это время проводилась хирургическая операция. Очень рад всех приветствовать. Пару слов, что здесь все-таки сегодня происходит. Сегодня тренировка нашей олимпийской, чемпионской, можно сказать, команды, которая несколько недель назад выиграла всероссийские олимпийские игры как раз по лапароскопической хирургии. Вот сейчас, ну, можно сказать, капитан этой команды Константин выполняет аппендэктомию, которая моделируется на маточной трубе. Ректор РязГМУ Роман Калинин рассказал о возможностях университета, о перспективах, которые открываются перед студентами, а также о стипендиях и активной творческой жизни. После этого большинству присутствующих, причем не только абитуриентам, захотелось стать студентом именно этого вуза. Университет вперед двигают студенты. Авторитет университета и имидж университета прежде всего формируете вы. Формируют ваши победы, ваши успехи и то, насколько вы действительно хотите сами развиваться и двигаться вперед. Мы будем вам в этом помогать, мы будем учить, мы будем вместе с вами работать. Успехов вам! Спасибо, что вы начинаете выбирать наш университет. В день открытых дверей все желающие смогли задать руководству университета вопросы. Чем отличается минимальное проходное количество баллов? На сколько специальностей сразу можно подавать документы? Реально ли поменять факультет после поступления? Пока не были даны ответы на все вопросы, руководство вуза не покинуло актовый зал. Я больше узнала о вступительных испытаниях, потому что я после колледжа, я имею право их сдать. Соответственно, за что начисляются дополнительные баллы и так далее. То есть это для меня было важнее всего. Больше узнала об институте, много интересной информации получила. Также про целевое направление более подробно рассказали. В этот день для гостей действительно были открыты абсолютно все двери университета. Для абитуриентов и их родителей волонтеры провели экскурсии по подразделениям вуза. Они смогли посетить симуляционный центр, ветлаб, анатомический музей и узнать больше о будущей профессии. Что вас больше всего впечатлило за время экскурсии? Вот то, что вы уже увидели. Ну, наверное, центр симуляционного обучения. То есть вот тренажеры, это, я считаю, это очень интересно. Прием документов стартует 20 июня. Кстати, подать их можно и через интернет. Всю интересующую информацию абитуриенты могут найти на официальном сайте РязГМУ. А если все же возникнут вопросы, сотрудники университета обязательно на них ответят.